Да, здравствуйте. Кто же есть клиенты компании «Школа ног»? В принципе, в данном мире плоском, где плоскость у нас и дома, и на работе, везде, это все наши клиенты. Просто какие-то люди уже понимают, что у них что-то болит и надо что-то делать. То есть уже приходит такая осознанность. Это спортсмены, это те, кто занимаются хореографией, допустим, это могут быть дети, занимающиеся каким-то спортом и хореографией, балетом, коньками и прочее. Вот. Все взрослые люди однозначно, потому что когда болит спина, это значит разъехались ноги в продольном плоскостопии. Когда болит колено, это значит одна нога стала ниже другой. Ну, наверное, у каждого человека когда-то хрустело или болело колено. Хруст в колене, например, это говорит о том, что уже изменилась геометрия, и сустав коленный стоит неправильно и начинает тереть хрящ. То есть это в дальнейшем наш клиент. Не наши клиенты, это, скорее всего, маленькие детки, где-то до 8 лет примерно. Почему не наши клиенты? Ну, мы против того, чтобы таким деткам маленьким давать стельки, вследствие того, что у них формируются своды, а если мы поставим туда стельку, это будет как костыль, который сделает мышцы ребенка ленивыми. Поэтому с детьми мы просто проводим профилактические работы, ну, я бы даже сказала, что с их родителями, чтобы детки не ходили босиком, а ходили без стелек, но в фиксированной обуви, то есть чтобы было обжатие качественное в передней части отдела стопы, в задней, жесткий задник, чтобы ножка стояла вот таким треугольничком, обе ножки. Тогда детки будут не плоскостопами, а здоровыми к 8-9 годам. Если какие-то проблемы проявляются, то в этом возрасте, когда у ребенка уже там 35-36 размер, мы уже просим привести к нам на осмотр, на консультацию и уже ищем какие-то решения для таких деток. Там уже можно и стельку дать на какой-то период времени, ну, естественно, обувь проконтролировать. Поэтому, в принципе, наши клиенты – это все, кроме вот детского возраста, там, где мы проводим профилактику. А дальше уже стельки идут по планете, по плоской планете. Вот, да. А возраст, ну, есть какой-то возраст, ну, прям большинство людей – это какие? Большинство людей – это от 8, от 9 лет и до конца жизни. Не, я имею в виду… среднестатистически, что вот их большинство. А, вот так вот. Ну, это средний возраст примерно от 35 лет до 70, вот так вот. Ну, это опять все. Опять все. Еще специфичнее. Просто я вижу, что большинство людей – это люди за 50. Или это не так? Нет. Это не так? Нет. С интернетом, я хочу сказать, наши клиенты помолодели. То есть, когда мы начали выкладывать видео, проблемы, которые мы решаем, очень много молодых людей начали обращаться. Это и спортсмены, это и дети, которые занимаются вот именно с нагрузками на стопы. Потому что вот у кого нагрузки происходят, у них ножки и болят у детей, и расплющиваются, и иксообразность, и плохая осанка. Просто раньше, например, никто с этим не связывал, с плоскостопием, что осанка плохая. Вот. А мы доносим информацию таким образом, что люди начинают понимать, что все проблемы снизу идут. И это можно легко решить.